Прямой эфир начался. Надо выключать одну музыку. Че, попробуем в режиме лайв все-таки записать? Вот, чтоб все посмотрели, как я лажаю, как ты лажаешь, как все лажают. Ну ладно, давай послушаем, наверное, запись. Клик только посильнее немножко, чтобы он прям сильнее удар был. Вчера, кстати, звонкий сейчас более хэт был, да? А он не, а подходил под эту песню больше. А он вот Собиан, просто он уже разыгранный хэт, он уже как бы старый. Он уже, он, во-первых, растянулся, он ниже звучит по звуку. А тот новый, он его еще разыгрывать надо. На той песне этот больше, тут больше подходит. Я вчера писал барабаны просто и поставил этот. Пробовал тоже, ну, как бы слушал в сете, вроде бы пейст, да, хэт, а звучит не так вот, а вот этот лучше звучит именно вот с этими тарелками. Ну, как бы надо еще слушать, видишь, как бы. Два раза все проигрывается. Кстати, не сказали, что за группа и как, и что за песня. Но группу я помню, как называется, Offspring. А вот песню я не знаю. Ты помнишь, как называется она? Тут написано. Come out and play. Come out and play. Давай, наверное, сейчас это, наверное, все ритмы так вот пройдем потихонечку, а потом уже это и поотрабатываем, да? Давай. А, еще помедленнее. То есть помнишь, что там бочки, вот, которые мы бьем, они играются на тихие удары, когда пульсацию играем. Вот, а хэт надо открывать, короче, и такой, ну, грязный немножко такой. То есть. Вот, просто идет пульсация и слушается, как будто четвертные доли акцентируются. Ну, это понятно, да, с этим? Конечно, сложно так. С акцентами да, сложно? С акцентами. Да, без них, кстати, можно было и быстрее. Ну, без акцентов было бы грустно жить просто. Когда если бы их не было, да? Все ровно бы было тогда. Вот. А мы простых путей же не ищем, надо. Надо же было придумать акценты, да, там. Сидеть это все отрабатывать. Так, ну с этим понятно. Ну да, короче, это самый основной ритм в этой песне. Играется, значит. То есть у нас с римом, с кликом было вступление, да? Вот, потом идет проигрыш гитарный уже с этим ритмом, и там пауза, пауза, и через паузу начинается куплет тоже опять с этим же ритмом. Давай сейчас паузу сыграю тогда, как она там делается, да? Может даже с музыкой. Короче, вот она, эта пауза, да, то есть сейчас сыграю последние такты.
То есть вот этот цик-цик надо просто про себя считать, да? Раз, два, три. Бочка, флам. Понятно, да? Два, три. Все. Понятно, да, с этим? Ну, здесь понятно, да. Давай сейчас прям вот этот на райде который момент. То есть это получается в куплете, я не знаю, как это назвать, отклонение такое, да? Так. И дальше пошел уже опять тот же самый ритм, что мы учили. Не, левой рукой. Так, зачем? А потом на ритм приходится, да? Или нет? Да, зачем тебе правой рукой? Ты бьешь райд, ты бьешь себя, и ты бам, и дальше продолжаешь. Не, получается, дальше опять на райд играется или нет? Или... Райд не перестает играть, ты его как бьешь, все, просто одновременно. На первый дом. Он переходит на хэт. Нет, это нет, он играется два раза. Mm-hmm. Два раза, и в конце мы еще слабую долю на рабочем бьем. Mm-hmm. То есть получается два квадрата. Рабочий. Все. Слушай, а мы что, со слабыми долями мы же играли ритмы, да, там играли, всякие. Нирваны всякие. Mm-hmm. А корд не играли? Что? Корновский ритм не играли? Не играли. Не играли, да? Так, та-дам, 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 такой. Нет? Вот там как раз слабая доля в конце. Обычно показываю, не знаю. Мы с тобой сразу осенью начали разбирать. До корна не дошли. О, да. Все просто на самом деле, видишь? Когда разобраться. Так, с этим ясно, да? С этим ясно, да. Все, потом возвращается опять на этот ритм. И пошли там всякие вставки на выход на припев, там брейки пошли, да? Так. Значит, смотри, с ритма мы первый удар бьем в крэш. Ну, в райд крэш. То есть имеется в виду, что мы бьем не сразу с тома с рабочим, а первую долю крэшем. С небольшим таким нарастанием. И здесь уже 16-е. Как-то так. Понял, да? Теперь припев пошел. Там самое интересное начинается. Самая сложная фишка с парадидлом. Вот, там, да. Если помнишь, там была такая фишка. Сейчас бы мне ее самому вспомнить, как она играется. Потому что я хочу там больше двоек каких-то сыграть. Вот, это все так... пошлое джазовое прошлое. Не, давай с припева послушаем. То есть вот так, сейчас помедленней. Да, оказалось, что рабочий с хэтом не попадает. Первый на слабую долю не попадает, а потом еще когда на сильную, тоже не попадает. То есть... Чистой воды фанк, вот чистой воды. Видишь, то есть что-нибудь добавить еще немножко там и... Понял, нет, сам эту фишку. Слабая доля.
зациклили, и такой получился фанковый ритм. Я говорю, в любом роке можно найти какую-нибудь фанковую фишку. Все оттуда, все негры, понимаешь, все... Пип здесь должно быть, нельзя говорить негры, надо говорить черноамериканцы. Все правильно. Запомнил? В принципе, все повторяется, наверное. Да, надо вот послушать. То есть после этой фишки у нас идет на райде что-то он играет, да, там? Какой-то что-то прямо один такт или что-то такое. Да, 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 да. В припеве он что-то тоже на райде вроде. Переходит, там, да, 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 есть такое, да. Ну вот. Ты так вот слышишь, различаешь сейчас, вот где какие партии? Ну, вот ну, парадидл уже слышишь, бочка, рабочий, ну, да? Уже, да, более. Ну вот видишь, блин, уже сейчас можешь уже сам уже снимать какие-то вещи такие. С меня снимать. Нет, а вдруг меня не будет, представляешь? Вот, допустим, не хочу о грустном. О грустном не будем, но, допустим, ты выступаешь в городе Москва на концерте, и вдруг надо что-то снять срочно. Чувак из группы, допустим, Deep Purple приходит, говорит, у нас барабанщик заболел. Срочно надо вот эту песню снять. Звонок другу. Да, но сегодня мы не разговариваем зато про ремонт машин на занятии еще. Ой, ну ладно. То есть он играет фишку в райд как там вроде. Вот так. Понял? То есть... Вот, только я заметил, что в конце мы там рабочий один их били, а там все-таки два где-то он играет местами. То есть вот. Такой попсовый такой. Ну, хотя это не важно, что нам прям вот удар в удар, прям там вот каждый ударчик надо. Главное, чтобы в общем, да, то есть настроение передать хорошее, чтобы было хорошее настроение, да. Вот. Манеру игры там, вот. И характерные, как говорится, особенности стиля. Вот. Потому что он местами может так сыграть, а местами... Вот. Но от этого хуже звучать не будет. То есть надо свое тоже привносить. Ну, это после того, как выучим это. Да, то есть так умозаключение такое. Так, ну, здесь понятно? То есть просто берем кусок с райдом и вставляем в припев. Дальше. Дальше что? Опять идет восточный проигрыш. Давай. А вдруг там что другое? Хорошо послушали песню, там все то же самое, короче. Вот и вся песенка. То есть никаких отличий, все одинаково, все как есть, повторяется. Круто. Копипаст берем просто, размножаем. Вот. А в других командах, как правило, вот так такое нету. Ведь какая-нибудь фигня. Ну, арию вспомни, да, разбирали. Каждый припев, каждый куплет, и везде какой-нибудь брейк добавляет, да? Вот. Панки, что же взять? Только отрепетировать. Да.